At a 10, that's what. Мне в танк или чё? Это по звездам постреляю. Это кричи на Абду, наверное. У нас клопа нет. Да, да, захожу. Смертные, я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Там как тактики такой не было, там просто какой-то рейд бил. Типа ее. Ну я так вроде понял. Какая там кара какая-то есть. Ага. Так, Телдрин, короче, будешь свои звезды закрывать, тогда постарайся под Касрову оставить звезду где-то, блядь, в области босса, чтобы мы, блядь, не бежали нахуй ебанчелой, блядь, Касрову, да. Добавить хочу. Ну тогда вот просто вам метка стоит, звездочка, перед кастом Сурова, когда он будет уже, он вам скажет, сам, в какую дыру заходить. Все смотрите на звездочку, ебать, и возле этой звездочки будет дыра, нахуй, мы все в нее побежим. С
Сразу все разбегитесь по кругу, держите раньше 6, блядь, между собой, чтобы, блядь, не было такого. Это да, в миле танки умеют выводить, когда будет кара. Если что, Андрюха анонси, если будет кара в миле. Это раз. Во-вторых, смотрите, когда закрывается дыра, она не сразу пропадает, она просто меняет цвет. Темная дыра, она открытая. Если дыра становится такой светло-темной, светло-серой, это значит, что ее уже закрыли. И в нее, если вы зайдете, вас не перекинет в другой мир. Это на случай, если, бля, будет кассерола, нахуй, и вот такие, блядь, у меня не перекинуло, нахуй. Локи, поставьте, пожалуйста, огурчик, потому что когда это актуально для тканей, для тряпок, когда... А, Локи, важная инфа, извини, пожалуйста, важная инфа. Всегда нажимайте заслон. У вас есть каст, ну, есть хуйня, кнопка заслона темной магии. По КД его жмите, это 100% абсорб урона от звезды, которая взрывается. Просто по КД его держите. И либо старайтесь нажимать перед взрывом звезды. Вот. Просто... И еще один момент. Следите все за ХП звездами. Если лоу ХП перед вами звезда, она взорвется, вас сразу же перекинет в другой мир. Также аносите танки. Если под вами звезда в миле-зоне, лоу ХПшная, босса либо выводите, либо говорите миликам, чтобы они отбежали нахуй, чтобы они перешли в другой мир. Дело в том, что когда проваливаешься в дыру, начинают тебя мобы бить. Там просто нужно засейвиться, отбежать, отпрыгнуть, поэтому огурчики актуальны. Это, от этого страдают тряпки в основном. Просто перейти в другой мир за 2 секунды перед кастом перейти, и вас сразу же через 2 секунды выкинет. Там даже мобы не успеют дойти. Сейчас с пула все бусты прожимайте, все приподы, все бусты и максимальную ровность. Я буду стараться анонсить, когда я взрываю звезду. Буду. Ну, если что, я буду по реду смотреть, чтобы хилено было. Если какой-то пиздец будет, если звезда взорвется, а рейд не фуловый, Лорель, я тебе скажу, за шима. У нас только одно ИМА, это прям супер хуево. Ебать, будет жестко рейд, так что хилы прям потеть. Ну, еще без шамана. Ну, еще. А шаман может корни сдать в другом мире, по мобам. Не, за херы. Да. Здорово, Сань. Здорово. Ну? Тридцать? Все? Минус, блядь, минус. Все, прожимайтесь, сразу. Я пошел по звёзду. Первое, я, наверное, сразу взорву. Пара. Открываю. Блять, видно. Увиди босса, я буду, который левее. А, все, она ушла. Так, кара, секунду. Я забрал. Ой-ой-ой. Не про нас. Взорвай звезду. Раз до кара не надо. Кара.
Все, я взрываю. Суровый. Ну, за 3 секунды. Пошли. На нас нет. Ну давай. Ладно, по хилу вроде справляетесь, ребята, молодцы. Кого? Я делаю то, что должен. Чем долго нормально? Черепом, да? Что должен. Я делаю то, что должен. Угу. Да я вам. По сути, все нормально. Если все нормально идет. Там, бля, я, да, первый удар, там, я тупанул, я его разбил под кару. Там мой косяк был. Не, нет, нельзя, нельзя разбивать. Вот, упал, осталось 7%, подержишь не подбавит, окей. У тебя пролетает 3 плюс 10, по-моему. И там, если учесть, что человек был не фулово, ебать, как бы ваншот. Нельзя взорвать кару плюс. Ну нельзя, но не желательно. Смотри, похуй, сейчас буду ебашить, посмотрим. Нет, Куин не умирал. Ну вы смотрите, блядь, у вас 10 секунд есть, да еще, блядь, ты заанонси, когда будет суровый заранее, это до него еще. Я ж босса еще подвел к, прям к порталу. Да, лежит. Разбежались, ебать, посмотрели на какой не закрыт. За 2 секунды, за 2 секунды заходите в портал, не надо сразу заходить. Зайдете сразу, вам ебало там снесут мобы. Сейчас может ДБМ пол сдавать и по ДБМ полу нажимать припоты. Там типа он сейчас сразу пуляется. Одна секунда он сразу там. Куда? Взгляните на мир моими глазами. Нет, нет, сейчас сразу будет. Вселенную не пусть. Все равно там 2 секунды. Еще есть. Даже больше у меня 7 секунд припот. Вы на меня напуливаете? Да. Посмотри, я не бью агрона мне. Кара. Давай. Да. Ты орёшь, у них 100к, блядь. Я пью их в соло. Это нормально, ебать. Уводи, уводи босса, сейчас дарёт звезда. Вы ушли, мелики. Одно закрыл. Давай.
Уводи. Открываем мозги. А нахуй. Вот тебе звезда плюс кара. Ну, трогай. Попал один остался. Хорошо, скучно. А Рога вообще от кара не отбежал, он его просто убил. Вы что, не видите на полу жёлтый пустырь? Но она все равно дамажит кара, даже если не заходить, она 3-4 пункта. Чем дальше стоишь от лужи кары, тем меньше она дамажит. Порт поставлю. И шкаф. Чтобы мне сама не такая кара пойдет. Что-то перчит прям слабовато. Поднапрягитесь. Так сюда расставить. Нет. Я нож, если она взрывается возле кого-то. Не важно. Да, он может хантовскую свою. Да нормально. У меня нормальный ДПС по сферам. Я убиваю все сферы до выхода нового. Блять, я убивал его на хате 2-3 раза, блядь. И все разы ломал сферу. Причем здесь ДПС? Если, блядь, сфера нахуй так же нормально все умирали. Нет. Я подвисаю всегда при входе, не знаю почему. Сейчас я подвис, сейчас отвиснет, вот отвисла еду. Это прыгаешь на красиво, да? Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Звезды помогут мне.
Умили зоны. Умили, мили, подходите. Взрываем. У него как типос. Давайте я после кара взорву. Забрал. Отойди, лок, лок, отойди, лок, сейчас вы улетите. Сейчас улетите в портал, друид, лок. Друид. Дох, я жрю, забрал. Так, прохер тирает, я еще не забрал. Давай. Пара. Снимай тирает. Заходите. Что такое? Вы что-то корону или? А чего сейчас он роботога? Черный. А, брат в черную руку походу зашел. Кара. Прям в лужу. Черта включил. Делаю то, что должен. У нас люди зашли, блядь, и походу не вышли обратно. И обратно залетели, короче, в дуру ебать. В другой мир. Ну, меня кара убила в 10 метрах от нее. Нет, я стоял от кари 10 метров. Ну так дальше. Это кто говорит? Зивер. Короче, помер. Ну, у меня рейндж метр стоит. Я же смотрю, посмотрел. Может, просто у него лужа не появилась. Он рядышком, ну, недалеко от меня стоял, он прям в луже стоял. Может, у него не показывают эти лужи? Не знаю. Ну, вижу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Кара, красный кружочек на полу. Чем ближе к ней стоишь, тем больше она дамажит. Я это прекрасно знаю. Ну дай лапу куда. Спасибо. Лодки, надеюсь, прожимают за слон. Извините, да? Минуту, у меня тут гроза началась, надо окно закрыть. Это где ты такой счастливый человек? С грозами там сидишь. Тебе гроза нравится? Да уже Питер плавится от жары невозможно, блядь. Уже молимся на грозу. Ты просто Москва, ну, под водой уже. Да я видел там, Ялту затопило, Минск затопило, Москву затопило, Питер, блядь, плавится от жары. Ни капельки дождя. 36, 30... Что, все здесь? Да, да.
Взгляните на мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Не можно убежать. Опять залили. То, что должен. Бля, что это с ДПСом сделаете? Вы, блядь, бьете манекен ебаный, РДДшник, ты чё? По 4К нахуй, не понимаю. Вы не убьете этого босса с таким ДПСом нахуй? Ты тоже бей босса, не подбивай сферу. Вот ты сейчас подбил сферу, и она была прям, взорвалась прям под кару, ебать. Это не похуй. Такого не должно быть. Не взрывается по тактике, не взрывается звезда под кару. Не взрывается. Блять, будет момент, когда, блядь, просто эта хуйня зарешает, и у нас умрет хил, нахуй, без БР и без СС. Зачем делать? Почему нельзя отыграть по тактике, которая есть, уже прописана тактика? Понимаешь, что не взрывается. Это, блядь, лишние 4000 урона в звезду, ебать. А у хила может быть не фулл мана, ебать. Вот, допустим, Эллада умер от звезды плюс кары. Да вообще похуй, от чего он умирает, ебать. Понимаешь, это... Потому что это тактика, понимаешь? Это тактика. Не взрывается звезда плюс кара. Ты въебываешь по рейду 17 тысяч урона, ебать. 17 просто за раз. Ты понимаешь, во-первых, ты хилов напрягаешь. И в один... Вообще похуй, ладно, окей, поехали. Поехали. Раз ты не понимаешь, окей. Окей, ты прав. Ты убивал здесь все, ты все шаришь, давай. Прист, баф. На мир моими глазами. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов.
Где босс там замерили? Забрал дух. Смотри, похилься. Летам мили. Закрыто, да? Парни, смотрите, мы сейчас говорили об одном и том же, и оба правы. Просто это два взгляда есть на одну и ту же ситуацию. Если... Я просто два слова скажу. Вот кара, появляется лужа красная. Если подальше от нее отойти, она практически нулевой урон, там, косарь снимет. И если в этот момент взрывается звезда, то все четко. Но если далеко от кары не отойти, то дамажит и кара, и звезда убивает. Вот в чем дело. То есть, если отходить от лужи подальше от кары, то можно лопать звезды вместе с карой, ничего не будет. Но если в этом стоять рядом, то убивает два дамага. А так вы оба правы, абсолютно очевидные вещи говорите. Просто есть две разные ситуации. Вот вот я на магии, там один, полтора, два косаря прилетает, то есть совсем. Ну, метров 10, наверное, может, чуть-чуть подальше. Там почти ноль будет, там даже шипы своим отхилом захиливает. Кажется, вас было больше. Две кары было, вот он отлично отошел. Он по три косаря получил дамага, это вполне нормально. То есть он хорошо отошел, получается. Можно и меньше получить, если еще дальше. Да, так-то в 25-ке недавно саппорты зарешали. Взгляните на мир моими глазами. Узрите.
Ну, собрание мы били, он с Кириллом позавчера. Саппорты выпили, убили. Ушли, милики ушли, милики ушли. 2900 урона тары. Дох я забрал. Милики ушли. Суровый. А где босса? Сейчас зарубим. Или кивните на босса. Давай. Прохируемся, right? Ноль от пары. Не разбежу. После босса шот на воде. Прохилить, рогу прохилить. Телдрин я забираю. Вот Телдрин дох. Опять в мире отрываю. Заводить. Ушли, отвезли, отвезли, ушли, ушли, воет, воет, воет. Возле босса. Он возле босса. Уйди, уйди, там, уйди, уйди. Вот, вот, который взорвал. Нет, отходите. Ушли. Да, ЭМА, ЭМА сейчас рано. ЭМА сдавай. Ой, ЭМА, брать. Прохил, прохил, прохил. Давай. Прохил, прохил. Дух забираю. Уйдите, уйдите от звезды, ранчуки. После кара взорву. Уйдите кара. Уйдите кара взорву. Прохирься, Павел. Взрываем. За боссом, за боссом, быстрее, за боссом. А, за боссом закрыли. Блять, ебись. Там. Дал две за боссом. Два корабли или.
Таким темпом берут сколько. Нет, ладно. Я упал. Ладно, упал от кары плюс взрыва. А, я, меня духи в портале запинали. Я боюсь, прям среди них. Квазира. Нет, я же демон сказали. Тебя духи не запинали, за 2 секунды до конца кассы заходи, и они просто не успеют до тебя дойти, и все. Нет, я появился, они прямо вокруг меня стояли, сразу бить начали. Так прикольно, ну, Локи здесь делал спект с шифа. По-моему, аркан. Аркан, по-моему. Аркана они вроде. Вообще, по-моему, они во тьме. Ну, в этой, в портале. Просто тычкой бьют с руки. Я не вижу. Я на Эладе. У меня сейчас КД. Позивер. Шесть минут. Ты в такие моменты массакру давай. Мы чем дальше бьем, тем больше будет взрывов звезд. Я не понимаю, как так вот Локи дают мало. Босс же манекен ебаный. Просто стоит и кастуина. Не, ну смотри, ты когда мы пуляем босса, ДПС хороший, а потом РТДшники двигаются очень много. И теряем ДПС. Ну, добьем все равно, главное... Зачем много двигаться? Просто ранжу друг от друга доберите, ебать. И будет двигаться только один, блядь, человек, на который играет Скара. Остальные будут все дамажить. Дух я забрал. После кара дорогу. Дорогу за мной ушли. Спахируйся.
возле босса быстрее. Извините, случайно забежал в дырку, не заметил. Мой косяк. Ты не хочешь какой-нибудь класс купить? Не, какой нагоди. Да она только закончилась. ГБ. СС 15 на кого давай? Нет, Козир. Наверное, серии пороги давай, потому что я же спичусь потом звезды. Так что быстрее звезду сбиваешь. Да, лучше побольше, больше не есть. Мили зоны ушли. Давайте локи прожимать на стену. Забрал. Мы из зоны ушли. Сейчас меня взорвал.
Или зону ушли. Конечно, танк. Бля. То, что должен нас, вас покарает вас. Жизнь не может быть вечной. А я когда я тут за этим забегал, мне прям лужа прям в краю. Тяжело было как-то завести его. Yeah.